Ладно, идем. Самый лучший твой друг на свете. Ты знаешь мое имя. Я никогда тебя не видел. Да. Но я видела тебя много раз. Зачем ты пришла за мной сюда? В поле. Потому что почему я шла за тобой по всей Европе. Чтобы быть с тобой. Тот человек, о котором ты говоришь. На свете есть только один Винсент Ван Гог. Я не спутаю его ни с кем другим. Давно ты знаешь меня? 8 лет. 8 лет. 8 лет назад я был в Маринаж. Тогда я и полюбила тебя. Ты полюбила меня? Да, Винсент. Мой дорогой, мой милый Винсент, я полюбила тебя. Лицо мое, сплошные торчащие кости. У меня выпадают волосы. Их сожгло солнце. Я безобразен. У меня расстроены нервы. Плоть моя бесплодна. Скажи же ты, скажи, как можешь ты любить такого человека? Я люблю тебя. Ты лжешь! Сейчас, здесь, я положу конец этой игре. Дело не больно, Винсент. Нельзя любить, не испытывая боли. Больно? Ну что ж, тогда получай! Я говорю правду. Боже, я схожу с ума. Ты создан не для любви. Твое призвание – это работа. Работа? Чушь! Я был поистине безумен. Какой толк в этой сотне полотен? Кому они нужны? Кто купит их? Кто признает, что я сумел понять природу? Передать ее красоту. Придет день, и весь мир узнает это, Винсент. День. Это пустая мечта. Вроде мечте, что когда-нибудь я стану здоровым человеком. У меня будет дом, семья, что моя живость принесет мне хотя бы какие-нибудь средства к существованию. 8 долгих лет. И никто у меня не пожелал купить хотя бы одну картину. Я был поистине безумным. Да, Винсент, ты безумен. Но когда-нибудь у тебя на свете, мир поймет, что ты хотел сказать. Полотна, которые ты не можешь сегодня продать и за сотни франков, будут стоить миллионы. Твои картины будут висеть в музеях Амстердама и Гааги, Парижа и Дрездена, Мюнхена и Берлина, Москвы и Нью-Йорка. Им не будет цены, потому что никто не захочет их продавать. О твоем искусстве, Винсент, будут написаны книги. Из романов и пьес люди узнают о твоей жизни. Там, где сойдутся хотя бы 2 человека, любящие искусство, имя Винсента Ван Гога будет священным. Всю огромную силу Земли, ее весомость,
ее плоть. Темные стволы, стволы деревьев отливают, отливают черно-зеленым блеском. Небо, небо насквозь пронизано воздухом! Выворачивает тебя наизнанку! Я понял, Поль! Я понял! Тебе будут продаваться мои картины! Они будут продаваться, Поль! Не в художественных галереях! Они будут продаваться в аптеках! В качестве слабительного! Повесишь такую картинку в уборной и смотри на нее в определенный час! Я сегодня не могу быть с тобой. У меня нет 5 франков. Чего? Ты хочешь, чтобы я подарил тебе свое ухо? Хорошо. Сегодня вечером ты получишь его. Ха! Thank you.